Всем привет! С вами снова канал Супер Тюнинг. И по просьбе одного моего знакомого я сделаю тюнинг проект автомобиля Хаммер. Итак, перед нами автомобиль Хаммер H2. Он просто друг у меня спросил, как возможно затюнинговать Хаммер, что с ним возможно сделать. Ну, начнем с того, что на самую популярную модель Hummer H2 есть пакеты. И их не один пакет, то есть можно сразу менять полностью весь набор. Так, давайте посмотрим, какие пакеты у нас есть. Итак, раз, вы видите, как изменяется, сразу поменялся наш Hummer. Отлично, то есть... моментально меняется. Так, сразу же давайте сделаем из нашего Хаммера такую как бы необычную модель Хаммер Ангел. Давайте так возьмем, выберем ультрабелый для всего автомобиля и ставим ультрабелый. Так, ждем, сейчас поменяется на цвет. Посмотрите, какая красота. Так, что мы можем сделать еще для этого Хаммера? Мы поменяли пакеты. Ну, Хаммер, радиатор. Давайте посмотрим радиатор. Можно такой вот радиатор. Можно такой вот радиатор. Так, ультрабелый на весь автомобиль. Так, ну не знаю, как-то, наверное, все-таки такой радиатор более-более красиво будет смотреться на нашем Хаммере. Но так как я делаю из этого Хаммера, как сказать, Хаммер Ангел, я поставлю на него такой радиатор с формой крыльев, наверное. Так, что еще я могу сделать для этого? Так, ну, я вам скажу так. Наверное, Хаммер без кенгурятника, это не Хаммер. Так, вот такой маленький кенгурятничек можно ему поставить. Можно, конечно, выставить побольше кенгурятник. Но, опять же, что-то не сильно так смотрится с этим кенгурятником. Какой же кенгурятник нам ему подобрать? И вот, вот такой вот кенгурятник, который практически незаметен, но он есть. Он отлично сочетается с нашим Хаммером. Все, отлично, все, наш белоснежный Хаммер. Давайте попробуем цвет металлик поставить на наш Хаммер. Так, и попробуем все-таки белый. А где же нам взять белый цвет? На, ну-ка, вот, вот есть белый цвет. Нет, ну это не белый. Так, ультрабелый, не знаю, вроде он белый, вроде не белый. Ну ладно, пускай оставим ультрабелый. Так, что еще? Так, трубка. Трубка, так. Вот здесь мы можем поставить трубку. Ну и мне хочется, конечно, поставить верхний спойлер. Верхний спойлер. И выбрать этот спойлер. Вот смотрите, мы можем... Он, в принципе, как бы не нужен. Вот маленький можно спойлер. Вот можно вообще незаметный. Так, ну я хочу поставить на нее огромный, какой-нибудь огромный спойлер. Сейчас я посмотрю, есть ли у нас такие в наличии. Увы, в наличии больших спойлеров нету, но есть вот такой вот небольшой, но все же спойлер. Так, зеркала. Так, у нас вот наши стандартные, можно их чуть-чуть заменить на квадратные такие. Не, ну квадратные не очень, конечно, зеркала. Есть ли такие зеркала, которые были в форме крыльев? Вот, вот, вот я поставил такие огромные зеркала, чтобы они хоть как-то напоминали нам крылья. Так, вот что я заметил. Задние фары. Смотрим, задние фары. Что мы можем сделать? Мы их можем немножко так... улучшить, да, пускай будут такие передние фары. Ну, передние фары, они просто красивые. Можно, конечно, попробовать. Давайте попробуем сделать такой вот небольшой вот тюнинг. Так, что у нас есть? Так, теперь диски. Я хочу поменять на наш автомобиль какие-нибудь такие необычные диски поставить.
Допустим, допустим, вот какие диски можно поставить. А, да, кстати, хочется убрать. Опять же, ручки на дверях, чтобы он смотрелся более экстравагантно. Можно опустить подвесочку. Да, на все опускаю подвесочку. И затемняю наши окна. То есть полностью черный. Так, это будет черно-белый ангел. Спускается с небес. Так, отлично. Все, вот наши фары сверху. Все отлично смотрится. Да, прелесть, прелесть, прелесть. Давайте я просто, наверное, поменяю еще диски. Вот, вот такие вот диски я поставлю на наш Hammer H2. И на этом, я думаю, будем заканчивать. Больше он ни в чем не нуждается. Осталось единственное подобрать ему фон. Давайте поставим самый первый фон, я думаю. Он будет нам как раз. Так, фон не хочет ставиться, да? Еще разок. Ага, вот, поставим зиму. Отлично, снова зима, снова. Посмотрите, какая красавица. Какая просто машина красавица. Все, на этом я буду заканчивать свой обзор. Хочу вам напомнить, что это был тюнинг проект Hammer H2. С вами был канал Супер Тюнинг. И хочу еще раз напомнить, если вы хотите увидеть тюнинг проект какой-либо машины, вашей, друга, или просто посмотреть, как будет выглядеть какой-либо автомобиль, пишите в комментариях марку и модель этого автомобиля, и мы обязательно для вас сделаем тюнинг-проект. Все, всем пока, до скорых встреч!